Teen Challenge International. Я думала, что не доживу до 20 лет. Однажды наркоман, навсегда наркоман. Когда я смотрела на себя в зеркало, я не могла видеть, что жизнь закончилась. Я думала, что жизнь закончилась. Однажды я был слеп, а теперь я вижу. Мы слышали, как мама говорит: «Вы вернули мне моего сына. Моя дочь вернулась к жизни». Это место, где происходят чудеса. Каждый и моя семья – одно из таких чудес. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее все прошло, теперь все новое. Teen Challenge – 50 лет чудес. Эта удивительная история началась однажды вечером, когда дома в своем кабинете я читал журнал Life. На одной из страниц находился карандашный рисунок и статья о громком судебном процессе в Нью-Йорке. Мое внимание привлекли глаза одного из 8 молодых парней, изображенных на этом рисунке. Он был совсем еще ребенок. Далее шел рассказ о том, как они жестоко до смерти избили больного полиомиелитом ребенка. Затем они убежали и, вытирая кровь жертвы о волосы на своей голове, приговаривали: «Здорово мы ему показали». Внезапно пришедшая в голову мысль заставила содрогнуться. Они обречены. Поезжай в Нью-Йорк и помоги этим мальчикам. Шел 1958 год. Дэвид Вилкерсон был тогда молодым пастором, недавно закончившим библейскую школу и служившим в сельской местности в Пенсильвании. Снова и снова я задавал себе вопрос: зачем я еду в Нью-Йорк? Он нашел здание суда, окруженное плотным кольцом фотографов и репортеров. Но когда Дэвид приблизился к скамье подсудимых, охрана вытолкала его на улицу. Teen Challenge началась в тот же год, когда Дэвида выбросили из здания суда. Ее миссия — служить самым ожесточенным, брошенным, никому не нужным в Нью-Йорке. Я познакомился с Дэвидом еще до начала Teen Challenge. Дэвид часто приходил в наш район и проповедовал на улицах. Я помню, он был тогда очень молодым человеком. Я подумал: это ненормальный. Мы все издевались над ними, забирались на крышу и бросали им на голову резиновые пузыри с водой. Так он и проповедовал на улицах. Но когда призывал к покаянию, люди выходили, люди каялись. Я видел сотни, тысячи принимали Христа. Нельзя сказать, что ты видел Дэвида Вилкерсона, если не видел, как он проповедует. Миссия росла, однако эпидемия наркомании росла еще быстрее. Теперь уже я не был крутым парнем из района, теперь я стал наркоманом. Я был наркоманом на улицах Нью-Йорка. 10 раз меня ловили и садили в тюрьму за наркотики. Я был потерянным человеком, жил на улице. Теперь мы нападали на людей, мы грабили, убивали. Нам постоянно нужны были деньги. Животное не знает разницы между добром и злом, истиной и ложью. И я пришел к выводу, что единственная возможность для меня выжить и продолжать жить — это самому стать животным. Но знаете, моя мама услышала о Teen Challenge. Я приехал в Бруклин, Нью-Йорк-Сити. Все тело болело, и все, что делали эти люди, это они возлагали руки на тебя и молились, затем читали Библию. Когда они молились, я почувствовал, что что-то произошло со мной. Я начал плакать. Я стал молиться, просить Бога помочь мне. Если это так, Боже, если ты действительно есть, если ты действительно можешь изменить мою жизнь, жизнь наркомана, пожалуйста, помоги мне, дай мне новую жизнь. И как раз в эту минуту, в тот момент, Господь Иисус Христос пришел в мою жизнь, Он коснулся моего сердца, изменил меня внутренне. Посреди всего этого, конечно, то, что происходит в Бруклине, известно теперь во многих странах, и Дэвида просили приехать начать у них подобные программы по реабилитации. В 1963 году пастор Вилкерсон рассказал о том, что произошло в его жизни в книге «Крест и нож». Книга имела ошеломительный успех. Сегодня ее прочитали более 15 миллионов человек. Она переведена более чем на 30 языков в мире. По мотивам книги скоро был снят полнометражный фильм с Ариком Аструдо в роли Ники Круза. Главную роль сыграл Пэт Бун.
Успех книги и фильма быстро распространялся за пределы Соединенных Штатов. Мы очень плотно сидели на героине. 6 раз в день нам нужна была очередная доза. Мой муж продавал наркотики, наша жизнь была просто ужасной. И затем однажды кто-то подарил нам книгу «Крест и нож». Я никогда не слышал о Боге, никто нам не рассказывал. Я вырос в коммунистической стране, где людей не учили тому, что есть Бог. Я всегда мечтал о том, чтобы здесь у нас, в Сербии, было что-то подобное. И даже представить себе не могла, что в один день мы сами будем руководить первым реабилитационным центром для наркозависимых в Сербии. Сегодня существует более 1000 дочерних центров, которые проводят большую работу среди наркозависимых в 78 странах мира. Киргизстан, Чайна, Беларусь, Ирланд, Румыния, Чек Репаблик, Сербия, Эль-Сальвадор, Индия, Италия, Денмарк, Австралия. Teen Challenge — это лучшее оружие евангелизма и миссии в стране. Традиционным религиям все равно, многим все равно. Эти люди никому не нужны, но Богу они нужны. И Teen Challenge они нужны также. В нашей семье было 9 детей, и я самый младший. Первый раз я провел ночь в тюрьме, когда мне было 12 лет. В 14 я стал угонять машину. В 13 я попробовал наркотики впервые. Вся наша семья распадалась на глазах. Мне все чаще нужна была доза. Наши взаимоотношения абсолютно испортились. Все больше и больше наркотиков нужно было, и затем в какой-то момент я понял, что попался. Ради наркотиков ты готов на все, а когда находишь их, сделай все, чтобы быстрее уколоться. Мы заходили в туалет на ближайшей от заправки, брали воду из-под крана, варили в ложке порошок и затем вводили в вену. Это было в Манхэттене. У меня с собой было 4 пачки героина. Мы приготовили дозу, я ввел ее Билли, и вдруг понял, что это чистый героин, и все, что он успел сказать, это Джим. Я понял, что это передозировка. В машине скорой помощи я взывал к Богу впервые. «Боже, если ты есть, верни Билли к жизни. Верни его, и я отдам свою жизнь тебе». Его тело, я увидел, как его тело вдруг ожило, и я понял, я знал, что это Бог. Знаете, жизнь была ненормальной просто. Я угрожал собственным родителям. И однажды они потащили меня к психиатру. Врачи сказали родителям, что их ребенок никогда не будет нормальным человеком. Жена оставила. У нас тогда уже был первый ребенок. И потом кто-то дал мне номер телефона. 30 лет уже прошло, но до сих пор помню слова этого человека. Он рассказал мне о том, что также был наркоманом, сидел на героине, но Бог исцелил его. И когда я пришел в реп-центр, я показал своему соседу по комнате, что было у меня в руках. Он схватил этот пакет с наркотиками и смыл его в туалет. Вдруг мысль пришла ко мне, я подумал, что он никогда не был наркоманом. И прежде чем я что-то еще смог сказать, он закатил рукава и показал мне, знаете, 15 лет доказательств. И я искренне, впервые в жизни, искренне, из всего сердца, я молился Богу. И я чувствовал, знаете, что это настоящее. И Евангелие — это истина. Я видел, как наркоман перестает быть наркоманом, потому что Иисус изменяет человека. Это правда, это истина. И я побежал к алтарю, я не знал, что ожидало меня в жизни, что ожидает впереди, что есть у Бога. Но я знал, что Иисус пришел в мою жизнь, и я никогда не останусь прежним человеком. Сейчас в Соединенных Штатах функционируют более 200 центров Teen Challenge. Как правило, день студентов начинается с завтрака и молитвы. Затем каждый из них посещает занятия по специальной программе. Многие центры предлагают особые программы трудовой реабилитации, которые проводятся на близлежащих городских предприятиях. И люди подходят и благодарят: «Что вы сделали с этими парнями? Они такие необычные. Что вы имеете в виду? Никогда не был в таком месте. Знаете, такие счастливые люди, столько счастливых людей. Они не только хорошо работают, но они счастливы».
Во время трудовой реабилитации мы помогаем студентам получить профессиональные навыки и навыки межличностного общения. Это также ободряет студентов принимать активное участие в процессе личной реабилитации, а также формирует привычки, необходимые для стабильной жизни. Я всегда говорю, что хорошая, здравая, основанная на вере христианская программа реабилитации — это немного семья и церковь, и это немного как армия, а также похоже на библейскую школу. Обычный день студентов может заканчиваться временем для отдыха или выполнением разнообразной работы по уборке здания. А также они могут посещать репетиции хора или просто изучать Библию и выполнять домашние задания. По мере роста миссии Teen Challenge росло количество различных программ. Новые инновационные концепции, как, например, «Дом надежды», позволяют женщинам на реабилитации жить вместе со своими детьми. Это исцеляет не только тело, но и душу. Было так, что я оставляла его в кроватке, а сама уходила, чтобы снова искать вены на руках для очередного укола. Я думала, что так и проведу свою жизнь, и вообще ничего не изменится. Так замечательно видеть, как молодая женщина, как мама, которая раньше не могла прожить без наркотиков, занималась проституцией, снова может просто играть со своими детьми. Она снова начинает любить Бога и учится любить своего ребенка. 2006 год стал первым годом, когда я провела Рождество дома со своей дочерью и сыном. И их мама была абсолютно трезвой. Это было время качественного общения. Мы играли, мы смеялись, и дети видели, что мама с ними, мама дома. Сегодня программы по предотвращению использования наркотиков среди населения являются неотъемлемой частью работы миссии. Надежда — вот что мы здесь переживаем. Столько детей живут сегодня, не имея никакой надежды. В этой части города действует огромное количество банд. Дети почти каждую ночь видят полицейские вертолеты, слышат выстрелы и взрывы. Я не хочу снова хоронить никого. Я не хочу снова, чтобы дети страдали. Teen Challenge — здесь дети чувствуют сострадание. Это как безопасная гавань для ребенка. У него здесь есть стол, где он может просто рисовать или делать домашние задания и мечтать о будущем. Здесь мы становимся друзьями. Мы рассказываем им о своей жизни и о том, что у них все равно все получится обязательно. Учебная программа «Библейские уроки» является наиболее важным средством реабилитации. Иисус — главный фактор перемен в жизни человека. Без вмешательства Христа для этих людей нет надежды. Они обречены на смерть. Мы можем дать им одежду, мы можем одеть их, мы можем постричь их, но это практически все. Мы верим, что Иисус Христос есть ответ, освобождение от любого пагубного пристрастия в жизни человека. Сейчас я приглашаю на эту сцену Джеки Строду. Доброе утро, церковь. Я родилась в Питтсбурге, Пенсильвания. Старший ребенок в семье, где было шестеро детей. Мы не воспитывали ее иначе, чем остальных детей. Она просто выбрала другую дорогу. Как, вероятно, многие из вас, я выбрала не тот путь. Сначала таблетки, другие наркотики, парни, секс. Затем я познакомилась с капитаном нашей футбольной команды. Он был старше меня. В один день они позвонили и сказали, что только что расписались. Когда я была на шестом месяце беременности, он избил меня настолько сильно, что меня увезли в больницу. Я носила близнецов, и они родились мертвыми. Врачи сказали, что больше детей у меня не будет. В то лето я впервые попробовала героин. Жизнь катилась под углом так быстро. Мы грабили на улицах, нам постоянно нужны были деньги, на наркотики. Дома меня ждали другие пятеро детей. Конечно же, у меня не было времени бегать по судам, чтобы постоянно вносить все новые и новые залоги. И в то время я жила с одним торговцем наркотиками. Однажды, когда мы вернулись домой, Майкл лежал в ванной без сознания. Мы вытащили его, положили на кровать и продолжали всю ночь колоться, и совсем не придали этому значения. Я проснулась от того, что ужасно замерзла. И я поняла, что замерзла, потому что его тело было ледяным. Я не могла позвонить, кого-то позвать на помощь, потому что я знала, что они придут, они увидят все это, заберут наши наркотики.
И Ларри работал в то время на стройке. Они взяли тело, они завернули его в одеяло и похоронили. И мы поклялись, что никому не расскажем об этом. После этого с моим рассудком начало что-то происходить. Однажды, как раз в это время, мой младший брат пришел ко мне в гости, и я дала ему наркотики, я ввела это, и вдруг его тело начало содрогаться в конвульсиях. Я держала его в своих руках и кричала: «Боже, помоги, дыши!» Я посмотрела в небо, и я попросила у Бога помощи. Ему было 19 лет, когда он умер. И на похоронах моего брата мой отец пришел со своим другом. И этот человек сказал такие слова: «Бог послал меня сюда, чтобы сказать тебе, если ты только отдашь ему свою жизнь, он изменит тебя, он восстановит тебя, он будет использовать тебя для своей славы». And they started praying. И затем эти люди стали молиться. And I mean, almost immediately. Знаете, практически сразу же я могла чувствовать огонь внутри себя. Здесь, внутри меня, этот огонь, который изменил все внутри меня. Я чувствовала, как меня что-то чистило внутри. И все говорили: «Бог прикоснулся к тебе, Бог прикоснулся к тебе, это Иисус, Иисус касается тебя». И знаете, я ничего не смыслила в теологии, но я знала одно, что после этого, после того, как поднимусь с колен, я больше никогда не останусь прежним человеком. Никогда. Я другая, так оно и произошло. И затем все, что я хотела знать: расскажите мне больше про Иисуса. Он любил меня и такую, в моей нечистоте и грехах. Он любил меня тогда, не тогда, когда я стала чистой и святой, но когда я была там, на дне. Пройдя реабилитацию, я хотела большего в Боге, и в это время я услышала о том, что Дэвид Уилкерсон начинает библейскую школу. Там я познакомилась со своим будущим мужем, и в день нашей первой годовщины я узнала, что беременна. Бог дал мне сына. Через 6 лет Бог дал мне еще один подарок — дочь. У нее замечательные дети. Сегодня наши встречи могут длиться, знаете, просто бесконечно. Я представить себе не мог, что в один день Джеки сама станет проповедником. Мир сказал: невозможно. Но Бог сказал: наблюдайте за мной. Я думал, что знаю ответы на все вопросы. Но потом я понял, что не знаю ничего. Иисус Христос есть ответ на любой вопрос. Я стала лучшей мамой теперь. Я счастлива, что могу быть здесь. Раньше я просто умирала. Я благодарен Богу за то, что Он привел меня сюда. Благодарен за восстановление нашей семьи. Эти парни прошли через войну. Это была война за их жизнь. Но Иисус помог им выиграть битву. Бывают минуты, когда смотришь вокруг и кажется, что Бог ничего не делает. Но когда я вижу такие перемены в жизни этих людей, тогда все сомнения рассеиваются, и снова вера поднимается в сердце. Они умирали. И вдруг снова вернулись к жизни. Снова стали теми мальчиками, кого я воспитывал, кого возил в Диснейленд. И видеть, как изменяется жизнь человека. Жизнь молодого человека. После того, как они проходят эту программу, это самое замечательное чудо, которое только можно представить. И мы слышали, как мамы говорили: «Вы вернули мне сына. Моя дочь вернулась к жизни. Я благодарна вам за то, что вы дали сыну еще один шанс». Каждый выпускник Teen Challenge — это чудо возрождения. Джон Мелинда окончил семинарию и стал армейским капелланом. Сейчас он подполковник армии. Я, бывало, бегал вместе с ними по грязи и потом рассказывал им об Иисусе. Джимми Джек руководит работой 7 реабилитационных центров для наркоманов. Сегодня он пастор и основатель церкви Лонг-Айленд.
Джимми и его жена Мэри, их церковь сейчас строит новое здание для их общины, которое посвящает более 2000 человек. Деннис – бывший директор Южной Калифорнии Teen Challenge. Назначен президентом Соединенных Штатов, членом консультационной комиссии Департамента по борьбе с наркоманией администрации Белого дома. Родни получил докторскую степень служителя и теперь является исполнительным директором Teen Challenge Новой Англии, руководя работой реп-центров в 7 штатах. Виктор Торрес и его жена стали первыми миссионерами в Латинской Америке. В настоящее время Виктор является пастором церкви «Новая жизнь» в Ричмонде, штат Вирджиния. Джеки Стродов сейчас в жене пастора. Она также является директором реп-программ для женщин и хорошо известным в стране проповедником Евангелия. Сонни Аргонзони был первым наркоманом, который получил свободу благодаря миссии Teen Challenge. Сегодня его служение Victory Outreach в Лос-Анджелесе дает шанс получить свободу и новую жизнь тысячам наркоманов. Его служением основаны новые христианские церкви в 7 странах. Мы должны отдавать славу тому, кто достоин славы. Благодаря Богу я имею новую жизнь. И если Бог может изменить меня, Бог может изменить каждого. И я хотел бы, чтобы мы поприветствовали сегодня Ники Круза, евангелиста Ники Круза. На следующий день после моего обращения пастор Дэвид Уилкерсон сказал мне, что я даже не представляю, что Бог приготовил для меня. Ники Круз является всемирно известным евангелистом. Миллионы людей слушали его проповеди. Его жизни сняты 2 фильма, и сегодня он возглавляет служение для подростков Соединенных Штатов, Латинской Америки и Европе. А преподобный Дэвид Уилкерсон, он и его жена Гвен сейчас являются пасторами церкви New Times в Нью-Йорке, где служат тысячам прихожан более 100 национальностей. Его приглашают во все страны, по всему миру. Конечно, мы не можем утверждать, что у нас есть сверхъестественное лекарство от наркомании или от пагубного пристрастия. Все, что мы можем сказать, что мы нашли силу, которая пленяет человека сильнее, чем наркотики, но пленяет только для того, чтобы освободить. Одна из наиболее успешных программ в Америке – это программа Teen Challenge. Я не знаю, вы знали и слышали ли когда-то об этой программе. Я знаю Teen Challenge более 20 лет. И я хочу сказать, что эта программа работает. Она эффективна. Она действительно изменяет жизни миллионов людей. От лица администрации президента Соединенных Штатов я хочу поблагодарить вас за ваше служение. Teen Challenge – это группа людей полных любви, которые простираются к спасению ради Иисуса Христа. Я верю в это служение с первого дня начала, и я продолжаю поддерживать. Visit www.teenchallengeusa.com.